Всем привет, с вами Хамстер. Я вам покажу, где... я вам покажу чит. Там Nice Injector, AI, магнитом, все, короче. Я уже скачал, ссылка на чит будет под видео. Вы просто нажмете на ссылку и там скачать, и все, он будет скачиваться. Заходим, вот он чит сам, я уже установил, все. Заходим в Warface, я сразу иду. Все, заходим. Ой-ой-ой, что такое-то? Ну вот альфа. Я вот зашел, ждем. Вот, я зашел, надо не полный экраном режиме запускать Warface. Ну не запускать, там можно выйти. Alt и Enter нажать. Он станет в таком режиме. Правда, в таком режиме надо играть. Вот он сейчас запускается, начинает Warface. Давайте не буду ваше время затягивать. Я остановлю. Вот, я уже начал загружать Warface. Я остановил видео, продолжу сейчас. Ну вот, все загрузится. Сейчас полно будет. Все, вот загрузил Warface. Теперь заходим в чит. Все. Здесь, короче, продолжить нажимаем. Сейчас запустится, загрузится. Внедрить чит. Все, вот это можно прикрыть. И вот появляется вот такое окошко. Так, вот, выбираем. Управлять этим окошком не через мышку, а через клавиши. Как вот такие стрелки. Вот вниз, 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 вверх, вверх, вверх. Выбрать надо нажать правую кнопку. Угу. Правую стрелку. Вот, например, это вот выбираем 3D Ops, вот линии, все закрыть, левую скобку, все, магнит то же самое, включить, выключить. Я пока не буду пользоваться, а им вот, вот, все. Если вы хотите голову, вот так голову выбираем. Ну чтобы, если у вас оружие, чтобы точно прицел был, нажимайте, выбирайте оружие. Выбираете точно себе задачи и все. Этим можно играть спокойно, если вы хотите AI. Но это я еще не пробовал, конечно. Мне нафиг мне нужен. Здесь тоже не пробовал. Ну вот, я пробовал магнит. Магнит на PvP не банит. Ну, система не исключает. Но я одну часть миссии прошел с магнитом, а вторую часть не забанили. Ну, не забанили, как бы выкинул. Системная защита не выкинула. Вот я сейчас зашел, я играл час назад. Он сейчас опять зашел, не забанили, все нормально. Ну вот я не буду пока ее включить. А вот АИМ, я включил. Сейчас проверим. Ладно, я остановлю видео, чтобы вас долго так не мучить. Ну вот я выбрал карту. Так, окраина подрыв. Ладно, я остановлю видео. Ну вот, видите. Чит работает прекрасно. AIM-S работает. Ой, точнее, AIM не знаю. S работает. Ну, я AIM уже пробовал. Он работал. Вот, выделяется зеленым, значит, можно стрелять. Ладно. Так, ну вот, все. Так. Все. Что-то видите. Ну, ладно, я пока смотрю. Вот, магнит работает прекрасно. И вот сколько бойцов. Ну, не все работает прекрасно. Но я бы на всякий случай лучше бы не играл на цель. Ладно, выключим его. Все. И погнали. Смотрим. Пошел, 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 пошел. Ва, ушел. Я вижу, где они. Они поднимаются. Вот двое поднялись. Один идет сюда. Сейчас посмотрим. Голова работает отлично. Вот работает отлично. Ой, я отстал, отстал, отстал. Все. Все работает отлично.
его пендримся, вдруг чтобы не забанили нас. Чуть ли вдруг забанят нас. Сори. Это было бы плохо работать. Ну, в подкате, конечно, будет плохо. Ну вот, все работает. Давайте проверим магнит. Я не буду его, конечно. Магнит шикарный. Ой, сори, ой, сори, ой, сори. Ничего не будет, надеюсь. Даже ничего не пишет. Это что за... А, давайте они включим голова тела. Даже не заметил. Все работает прекрасно. Ладно, до свидания. С вами был Хамстер. До скорых новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Ссылка на чит будет под видео. До свидания. Лайкайте. Комментируйте. До свидания.